Карагандинские спасатели вызволили из снежного заноса пострадавших, доставили их в передвижной пункт обогрева и оказали медицинскую помощь. Вот по такому сценарию в регионе проходит учение «Зима-2014». Они должны определить степень готовности всех служб ЧС к непростым зимним условиям. Спасателям вручили ключи от новой техники, 4 пожарные машины отправятся в районы. Караганда, отмечу, стала вторым в стране городом, где теперь есть свой пожарный автопоезд. Но, к слову, за прошедший зимний период удалось спасти около 1000 человек и вызволить из снежных заторов почти 90 единиц техники.